человек должен быть здесь неподалеку. Вот он. Привет! Ты можешь... Да. Так. Подождите, а сколько мне там очков силы надо? Да... Требуется 96. А у меня сколько? 78. То есть еще 18. Привет! Ты... Да. Так. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Плюс 1. Плюс 1. И плюс 1. Так, теперь ловкость плюс 1. Ловкость плюс 1. До встречи. Так. О, вот он топорик мой, новенький. Тяжелый арбалет. Так, убийца орков сколько тут? Требуется ловкости 79. 15 единиц ловкости еще нужно. Почему у меня так много кирок? Потом продам. Так, ладно, давайте пока к Сардосу сходим. Может, там он торгует? А, антивирус. Так. А, вон. Проход. Привет, Ксардос. Я хочу... Да, вот. Вот он продает. Вот вызов скелетов. Смерть нежити тоже пригодится. Уменьшение монстра? Вызов голема. Потом купим. Шестой круг магии. Но это он потом, но обучит нас. Так, что бы тут ему можно продать? Это мне не надо. Это тоже не надо. Хромонин пока оставлю так. Рог Мракоиса мне нужен. Пластина панциря это, наверное, тоже для волка оставлю. А вот это вот все продам. Факела. Челюсти ползуна. Шкура. Крылья. Ну, факела продам. Блин, не хватает у меня тут. На все это. Добро. О! Короткий лук продаю. Ладно, оставлю. Продаю все легкие арбалеты. Вот эти два лука тоже продам, оставлю пока такой, на всякий случай. Кочерга мне не нужна. Продаю все кирки, кроме одной. Кузнечный молот оставляю, так, это все продаю. Так, только одно какое-нибудь одноручное оружие надо оставить. Вот одноручное оружие оставлю. Все это продаю. Больше что, реально ничего нету? Ну ладно. Эх, вот еще чего-нибудь продать бы.
много. Ну, рис давайте продадим, я его все равно не ем. Хлеб тоже. Суп из ползуна, окорока. Шнапс рисовый. О! Хватает. Можно что-нибудь забрать. Например, еду. Все. О! Ну теперь-то мы сможем показать этим троллям, кто тут главный. Так. Как отсюда уйти? А, вон как. Интересно, а спрыгнуть отсюда реально? Вот на ту, например, скалу. И потом по скале соскользить. А-а-а! Куда? Да, ну я и жахнулся. Чуть не умер. Полное восстановление здоровья. Это еще пригодится. Где-то неподалеку от башни Ксардоса есть огненные ящерицы. Идемте их мочить. Вот. Вот она. Но эту тварь лучше заморозить. Ладно. Уничтожу ее прямой атакой. Язык. Уршак. Уршак говорит, друг, привет. Друг, не найти Улумулу. Плохо. Друг, не идти на мост, а то умереть. Окей. Что ты делаешь так близко от города? Орков? Уршак смотреть на братья из дома. Уршак думать, Крушак хотеть просыпаться скоро. Уршак здесь ждать и драться против Крушак, когда он проснутся. Так спящий действительно может проснуться? А ты не ошибаешься? Я кое-что слышал об этом демоне. Судя по всему, всем будет лучше, если он так и останется спать. Как дела? Как у тебя дела? Уршак быть здоровым. Уршак теперь искать свой Улумулу. Может, Уршак вернуться домой с Улумулу? Друг, приходить, когда нужен помощь. Ты сказал?
сказал, что братья запечатали храм. В прошлый раз ты рассказывал, что твои братья запечатали храм. Братья Ушак закрыть храм в земле очень хорошо. Вдруг нельзя идти в храм. Вдруг использовать магия братья, сыны духа, как Ушак. Где мне искать магию? Где я найду это заклинание? Вдруг идти в пещера, где братья, сыны духа, как Ушак. Но, друг, надо делать магию осторожно. Братья Ушак не любить. Улу-мулу не помочь, если друг использовать магию. Кажется, я понял, почему на меня орки-то напали. Он же сказал, улу-мулу не поможет, если я использую магию. А я тогда магию на них использовал. Вот в чем дело-то. Вот почему у меня улу-мулу-то не сработало. Да, но я только... Если я этот, как его... Но мне надо будет все равно достать у них статуэтку спящего. Потому что у меня будет всего один единственный свиток, чтобы попасть в этот храм. А там за решетку мне придется попадать дважды. А вот если статуэтку спящего поставить на нее, то... Точнее, статую спящего. То тогда можно будет и... То тогда решетка откроется сама собой. Но мне придется доставать эту самую статую магии. Тогда все орки набросятся на меня. И улу-мулу тут не поможет. Так. Я знаю, где тут находится один из троллей. Сейчас мы его убьем. Только надо побырей бежать. Волчок. Там есть один тролль. Там наверху.
Вот и наш тролль. Так. Сейчас мы этого тролля уменьшим. Трогает. Ага. Получай. А вот и клык тролля, который нужен Тароку. Так. Пора валить отсюда в болотный лагерь. Так, а где у меня... А, вот. Сейчас будем болотажёров убивать. Проверим, не появились ли сначала там какие-нибудь новые руны у идола Кадары. Привет. Я хочу... У него есть зелье. Так, это все. Бам-бам-бам-бам. Страх, контроль, чары, ярость, кулак шторма, пирокинез, контроль. О! Надо что-нибудь продать. Ледяная волна мне не нужна. Да хотя зря я купил это уменьшение монстра, я им все равно пользоваться больше не буду. Орка я так жахну. Мясного жука мне трансформация пригодится. Это я продаю. Так, вот эту вот всю фигню тоже продаю. Бритва мне не нужна. Чё, больше нет ничего? Ладно. Чё ему ещё продать можно? Давайте мясо продадим. Не хватает. Хлеб. Пиво. Сыр. Вино. Жареное мясо. Воду. Яблоки. Корни эти оставлю. Грибы. Хотя... И эти. Так. Многовато.
ему еще кое-что дать. Руду. Так, спасибо. А нам пора болтажеров убивать. Уж лучше я посмотрю со стороны. Может, наш новый топорик им что-нибудь и нанесет? Наверное, ты прав. Можно теперь всех болотажеров убить. Самое лучшее решение. Ты болотажёр. Нет, не буду тратить на него стрелы. Уничтожу его в ближнем бою. Раньше мы тут на шершней охотились, а теперь открыт сезон охоты на болотажёров. Кстати, эти болотажёры ужасно боятся огненного шторма. И опыт получу, и весь лагерь избавлю от этих зверей. Так, а еще болотажеров нет? Есть! Блин, прав?
промазал. Ладно. О, вот я вам про что говорил. Опа-на, еще один. Еще. Территорию болотного лагеря. Ну, кажется, тут больше не осталось болотажеров. Зато есть целительные травы. О, нет, еще один есть. А ну иди сюда. Теперь точно болотажеров не осталось. Но я на всякий случай проверю это. Да, точно. Болотажеров ноль. Отправляемся в новый лагерь. Надо теперь отдать все то, что мы нашли орку. Ну, Тароку. Дайте-ка я у вас тут посплю. Так, а где тут волк? Он там сделал свой уже этот... доспех. Как продвигается изготовление доспехов? Дело идет не так быстро, как хотелось бы. Эти пластины почти не поддаются обработке, и я еще не придумал, как их можно скрепить между собой. Мне нужно еще немного времени. Уж я что-нибудь придумаю. Окей. Ну тогда пока. Мы отправляемся в шахту.
долго. Пьем зельку. Эх, были времена, когда все было совсем... Здесь никому нельзя охраняет. Ауч. Ох! А, да ладно, пофигу. Наш дружище Горн. Страшника. Так. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пьем зельки. Стопы, я еще там хроманин не сделал, не собрал. Блин, да поднимайся уже. Во. Дорог здесь. Ну вот, чуть не забагался. Вот и Тарок. Теперь уже Тарок написано, а не Оркраб. Теперь у меня есть все, что нужно для Улумулу. Чужак – сильный солдат. Одни вещи – Тарок делать Улумулу. Вот. Чужак – нести Улумулу и быть гордый. Тарок – теперь спать. Ну, спасибо тебе, Тарок. Теперь у меня Улумулу есть. Это Улумулу, это, кстати, тут как оружие. Ох! Опять я жахнулся. Нам туда. Ладно, а нам надо еще тролля убить. Какая странная у тебя штуковина на руке.
Кажется, ее сделали орки. Неужели ты взял ее у тех орков, что были рабами на старой шахте? У да. орков он считается знаком дружбы. Я хочу с ним зайти в город орков. Очень надеюсь, что орки не трогают тех, кто носит этот предмет. Как обстановка? Как дела? Кругом тихо, словно в свободной шахте не осталось живых. Но если Ли не пришлет подкрепление, то эта тишина продлится недолго. Ну а я пока постараюсь расположиться поудобнее. Глава пятых. Ну вот еще одна глава подошла к концу. Ну ладно, побежали. Нам еще тролля убивать. Где тут подъем? Ага, вон где. Язык за зубами. Глупость неизлечимая, я давно... О! Закончилось действие зелья. Идемте прыжками. Вы, наверное, удивлены, почему я тут всегда прыжками бегаю. Не знаю. Мне кажется, что здесь быстрее прыжками. Там тролль. Сейчас я вызову скелетов на подмогу. О! Теперь с такой-то руной я почти непобедим. Ладно, мне пока портал в болотный лагерь мне пока больше не пригодится. Беру вызов скелетов. Только трех вызвать могу. Идемте, мои костлявые воины. Потом, когда я шестому кругу обучусь, я смогу уже шестерых вызвать. То есть я смогу призвать любую нежить или монстров два раза. Поэтому я смогу призвать, например, двух големов, двух демонов или шестерых скелетов. Мне больше всего со скелетами нравится. Пока эти костлявые ребята всех отвлекают, я всех добиваю. Так, а вот и наша цель.
Здорово, тролль, мы с тобой уже виделись. Но в этот раз я тебя убью. Вперед, мои костлявые воины, в атаку! Опыта, чем за мелкого. Да, не надо было мне уменьшать того тролля, а просто его пожахать магией. Но это, конечно, долго было бы. Ладно. Ты свободен. 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 Потому что сейчас, если кто-то моих скелетов увидит, то он набросится на них. Достать бы мне оружие помощнее, я тогда смогу и глорхов одним ударом бить. Ну, убивать, вернее. Улу-мулу. Ага, вот он. Так, я думаю проверить тогда, набросятся ли на меня чуваки из нового лагеря, если я сейчас вот в таком обличье к ним приду, но некогда мне. Бежим к Диего. Хотя нет, к Диего мы зайдем потом. Блин, и нафига я скелетов убрал? А, да ладно. Сейчас снова вызову. О, шнык. А он еще один. А, ну точно. Новая глава, новые твари. Только прежде чем в башню скелетов зайти, мы зайдем и помочь им огненных ящериц.
столько тварей теперь расхаживает. Иди отсюда, кротокрыс. О, тут может где-то мракорис обитать. Ой, сколько волчков. По-моему, я тут вообще не охотился. По-моему, я тут вообще еще ни разу не охотился. Оттого и тварей так много. Тут наверняка где-то мракорис есть. О, а вот и он. Так, пора бы вызвать костлявых воинов. А сам вылечусь. В атаку! Скелетики. Но мы сейчас пойдем охотиться на кое-кого потруднее. Я заморожу этих ящериц. Я, блин, заморозил не только врагов, но и союзников. Шкелябрики, в атаку. Я снова заморожу вас. Ай. Скелеты, помогите. Спасибо вам, скелеты. А не то я бы сейчас умер.
Спасибо вам, скелеты. Всех ящериц убили. Один скелет даже собой пожертвовал. Трофейчиков. Так, я там всех ящериц обыскал. Вызову новых скелетов. Скелеты. А, ладно, вызову их по новой. Ужасно темно. Сплошная темень. Так. Снова этот лабиринт. Только теперь пустой. За баг. У меня как будто магия вызов скелетов. Должна быть большая комната, а в ней труп.
же труп. Так, а я читал пятый хромонит. Читал. Странно. Очень странно. Может, это баг? Это из-за того бага с книгами все произошло. Может, от того, что я нашел книги не там, где полагается, здесь последней книги нет? Что-то тут не так. Я тут заблудился. Где же эта тупая комната с трупом? Или это действительно из-за бага? По-моему, я вот когда играл, труп был здесь, в прошлый раз. Я собрал книги там, где они должны быть. Они забаганные. Или это просто не та комната? Там, короче, вообще-то ничего особенного не будет, если я найду последнюю книгу у этого трупа. Особенного мне ничего не будет. Давайте еще раз. Если пойти туда, что будет? Тупик? Тупик. Блин, мне все-таки кажется, что это баг. Все из-за того, что я собрал забаганные книги. Должны же они быть где-то здесь. Я тут сколько еще плутать буду? Если это действительно баг, то я почитаю тогда, как его исправить. Блин, если бы я знал, что вот так будет, то я не стал бы собирать те книги. Собрал бы там, где они должны быть. Вот тут должен быть труп. Вот тут вот. А его тут нет. Это не та. Мне, блин, показалось, что я уже
добрался до той комнаты. Но это не та комната. Короче, я убираюсь отсюда. И пока приостанавливаю прохождение. Пока не найду способ, как исправить баг. А на этом пока все. До свидания. И напоминаю, если кто-то тоже хочет в Готику поиграть, то ссылку на скачивание ищите в описании под первой частью прохождения.